Назад, самый малый. Господа, прошу не волноваться. Пассажирам первого и второго класса предлагаю занять каюты. Остальные не сходите с своих мест. Давай. Обыск. Кого ты ищешь? Безобразие. Дети, пойдем. Тьфу! Чтоб вони сказались. Кого они шукают? Та тут недавно батраки поміщі економію спалили. Кажуть, якийсь біглий матрос Потьомкина народ бунтує. Так от зараз вони скрізь шукають і ловлять того матроса. Пап, я хочу на палубу. Видиш, нельзя. Сядь как следует. Павлик, а где копилка? Ну, мне скучно. У человека на носу экзамены, а ему скучно. Учи стихи. Ну, а я уже выучил. Вот нарочно возьми да спроси. А ну, говори. С выражением? Ну, говори с выражением. Белеет парус одинокий, стихотворение Мэйю Лермонтова. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он? Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Кажется, недурственная Денька, а, Павлик? Хорошая Денька. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Ну, кушай, Павлуш. Как? А?
очень вкусно. Уже он счастья не ищет и не от счастья бежит. Вам задают. Дальше, дальше. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный. Кто такие? Дачники? Мало что дачники. А кто такие дачники? Покажи паспорт. Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Я преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей. Это мои дети, Петр и... Павел! А вы, грубьяны, невежа, и убирайтесь отсюда вон! Виноват, ваш уровень обознался. Можете отправляться. Слава богу, поехали. Жандармы остались на берегу. Павлик. А там дядя. Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит. Ноги за птичкой. О, господи, какой ты глупый. Ты вот же она, вот. Нет птички. И вновь. Ешь пирог с грибами и держи язык за зубами. Где же птичка? Покажите мне птичку. Ваш билет. А, пожалуйста. Thank you.
Виноват. Виноват. Эскадра на горизонте. Папа, Потемкина ведут. Где, где? Позвольте, пожалуйста, ваш пинок. Который Потемкин? А вон посередине, тремя трубами. На буксире ведут из Румынии. Шабаш. Чего ж они родимые взбунтовали? Очень просто. Деньги казенные ограбили. 120 тысяч. А ты что при этом был? Шкура! А борщ с червями ты ел? А по морде тебя офицеры били? Жуков. Чего Жуков? Ну, что скажешь, Родион Жуков. Приехали. С Потемкина. Не трожь! Стой! Не трожь, говорю, морда! Стой! Держи! Держи! Показывайте меня людям. Я матрос. Сховайте где-нибудь. А то повесят. Ей-богу, правда. История.
Где ж бычки? Так вот же бычки, тетя. У вас в руках. Что вы не видите? Покажи мне, где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки. Это воши. Тут разве есть что жарить? Тут даже нет чего жарить. Эх, на ровную счету 200. Так, значит, по 30 копеек сотня, 60 копеек. Ну, вы мне еще должны руб 40, значит, еще взвод 80. Так и скажешь, дедушки. Забирай корзину. До свидания. Там стороженка. Бычки, бычки, бычки! Рыба живая, живая рыба! Рыба живая, живая рыба! Смотри! Ого, Дарик, а я тебя первую видел. Ага. Здорово, Петя. Ой, Гаврик, что только с нами было на проходе, ты себе и представить не можешь. Понимаешь? Иди сюда. Тогда этот как дарит его зонтиком по морде. Честное благородное слово. А тот как заорет на весь проход. Стой, стой! Можешь мне наплевать в глаза, если я брешу. Ладно, ладно. Ты только не трахти так громко. Когда этот как скочит на перил, да как бы, бросится в воду. Бабах, а сколько брызги полетели? Высокий, до 4-го этажа, чтоб я пропал. А этот был какой? С якорем на руке, что ли? Вот тут. Ну да, ясно. А ты откуда знаешь? Ну, не видал я матроса. Я кидаю. Моя ближе. Нет, моя. Моя, моя. В ушки играют. Пойдем? Как это в ушки? Пойдем, ночью! Ничего такого у вас вчера не произошло. Как будто ничего. А я слыхал, что вчера здесь против берега какой-то человек с парохода упал. Ничего не знаете? От вас первого слышу. Однако странно. Никто ничего не знает. Мальчик, ты здешний? Тутушний. Рыбацкий? Рыбацкий. Так подойди, черт, не бойся, подойди. Эх ты, рыбалка. Тебя как звать-то? Гаврик. Кто быть, Гаврюха? Угу, Гаврюха. Вот что, Гаврюха. Хочешь выстрелить? Дяденька, а вы с меня не смеетесь? Ну что ж, не доверяешь? Вот,
Вали. Из чего предпочитаете стрелять, молодой человек? Из пистолета или из ружья? Из Монте-Кристо. Ну что ж, вали. Знаете что, дядя? Я лучше не буду стрелять. Я все равно уже подцелился. А вы лучше меня угостите зефирской сиропом. Вам же дешевле обойдется. Ничего не имею против. Ну что, Петенька, что, миленький? Папа, дай мне 5 копеек. А для чего? Мне очень нужно. Но ты все-таки скажи. Я же должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. Я куплю себе шоколадку. Шоколадку? Прекрасно. Против этого трудно что-нибудь возразить. Выбирай. Спасибо, папочка. Ну что, Гаврюх, понравилось? Спасибо, дядечка. Правда, такой вкусный нету. Ну, я думаю. Слушка, что хочу тебя спросить? Вы вчера рыбачили? Рыбачили. И пароход Тургенев видели? А как же? У нас хоть весь перемет колесами не покалечит. А с парохода никто не прыгал? Нет. Ах да, прыгал. Он как прыгнет, а брызги как полетят во все стороны. Он как поплывет на размашку. Постой. Да ты брешешь. Ей богу не брешу. Это истинный крест. А куда же он потом делся? Потом? А потом его шаланда подобрала. Здешняя? Нет, Людорфа. Такая вся синяя-синяя. Наполовину красная. От паруса. И название лодки заметил? Как же заметил. Соня. Соня? Прекрасно. А ты не врешь? Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видать. Ну, смотри. Машина. Огонь. Где тут одесский комитет? Пустите меня в комитет. Не стреляйте. Ну вас к черту. Все сапоги постреляете. Дядя. Дяденька. Да вы не бойтесь, дядя, это я. Дяденька,
Это вы вчера с парохода Тургенев прыгали. Тут про вас один выспрашивал, усатый. Наверное, из сыскного. Дядя, куда вы? Вы же больной! Пусти, пойду. Да вы не бойтесь, дядя. Усатого я обманул. Я его куда послал, а сам Элюздор. Ложитесь, дядя. Отдала на деньги. Деньги? О! Скажи спасибо этому дурню, чудотворцу. Помолись ему, старому хрену, чтобы лопнул. Говорить крупных бычков это он может. А вот цены подходящие сделать на базаре, так нет его. За такого бычка 30 копеек за сотню. А? Где же это видно? Святой истинный крест, кого хочешь спроси. Весь перевоз видел, как я наплевал этой страженке в пораные очи. Его дедушка. Пускай отдыхает. Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело. Слушайте, дедушка. Матрос все про какой-то комитет беспокоился. Пойду прямо к Терентию. Он в этом деле лучше нас разберется. Пойди, внучек, пойди. Ну, теперь скажи, что хотел.
глобусе. Я на землю кушал! А это кто? А это Петька с канатной. Учителя мать. Свой же чего? А где ж те башмаки, что я тебе на Пасху справил? Что ты все равно как босяк ходишь. Где те башмаки? Ах ты, босявка, босявка. Ну, пошли. Бастуешь? Угу. Так-так. Чего пришел? Посмотри, кто пришел. Гаврик пришел. Скажи дяде Гаврику. Здравствуйте, дядя Гаврик. На. Возьми, Женечка. Возьми ручкой. А это Петь в канат. В гимназию поступай. Пойди поиграй с Тимоти. А Женечку отдай мне. Да ты не бойся, он не будет драться. Мальчик, хочешь, я вам покажу русско-японские картинки? Покажи. Япончики, а япошки. Ага, так тебе и надо. Рисуйся, рисуйся. Рисовайся, рисовайся. Слышь, Петька, как звать того матроса? Какого матроса? Ну, который с Тургенева прыгал. А, Жук, Родион Жук. Отстань от нас, мы играем. Мотя, зови своего кавалера Кулиша кушать. А то они, наверное, голодные. Мальчик, хочешь с нами кушать кулеша? Мерси. Сережа! Куда ты? Дело есть. Здорово, дед. Вот, получай, парус тебе принес, как обещал. Парус. Встретил я Гаврика. Дай, думаю, заскочу до своих родичей. Да я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате. Здравствуйте. Утопленник наш. Слышал, слышал. Родион Жуков? Допустим, Жуков. А вы кто такой? Я Терентий. Могу тебя свести до комитету. Можешь мне верить. А чем вы докажете?
Илья Борисович, пойдите сюда на минутку. Я помню этого товарища. Он стоял в карауле у тела Хлюнчака. Вы там были, товарищ? Факт. Ну вот видите, стало быть, я не ошибся. Не теряя время, переодевайтесь. А то, мне кажется, за этим домом слежка. Гаврик, а ну проверь. Нелегально прячешь? Никак нет. Скажи, кто у тебя только что был? Не могу знать. Ах, ты не можешь знать. Молчать! Кто здесь был? Не могу знать. Девочка! Девочка!
Попотов. Свобода совести, слова, собраний и союзов. Собственной, его величество рукой подписано Николай. Да, свобода собраний. А попробуем мы, а не нас шашкой по черепу. Не скопляйтесь, я говорю. Мы не скопляемся. Позора и нищеты, но великий русский народ
ужасный погром. Надо вызвать второй отряд самообороны. Идите. Гаврюха! Дедушка! Откуда вы, дедушка? Александровский участок разгромили. Вот что, Гаврюха. Иди с дедушкой на Малый Арнаутск, номер 15. Там спросишь Иосиф Карлович. Ему скажешь. Софья Петровна прислала узнать, получили ли письма из Николаева. Чуешь? Чую. Он тебе ответит. Уже 2 месяца нет писем. Тогда ты ему скажешь. Прислал, мол, Терентий за орехами. Возьми у него этих орехов побольше. Орехов? Орехов. А потом с теми орехами иди сюда за угол. К зубному врачу. Мы там ждать будем. Чуешь? Чую. Старика нашего пускай Иосиф Карлович пока к себе возьмет. Ну, главное, про орехи не забудь. На, бери свои пуговицы. Пришей, а то отец заругает. А долг после отдашь. Ничего. Беги. Дедушка. Дедушка, у вас болит? Отбили. Чисто все печенки отбили. Куда вы, дедушка? На ближние мельницы. Туда нельзя. Пойдемте в другое место. Кто там? Здесь живет Иосиф Карлович. А что надо? Отворите, дядя. Ну, я, Иосиф Карлович. А что ж дальше? Здравствуйте, Иосиф Карлович. Пришла до вас Софья Петровна узнать, чем вы получили письмо с Николаева. Уж 2 месяца нет писем. Такая уж, знаете, неаккуратная дамочка. Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, посещали иногда мое заведение? Какой приятный случай. Зайдите, пожалуйста. Дедушка! Отнесите это Терентию. Только... Будьте осторожны. Город оцеплен войсками. Куда? Дядя, дяденька, пропустите. Мне только до аптеки. Шел. Бежи к своей маме. Брысь.
На, получай долг. Только тут не хватает еще 17 копеек. Знаешь что, Гаврик, не будь вредным. Одолжи мне ужик в последний раз. Я сейчас отыграюсь и тебе отдам. Ну нет, хватит. Не шмасы. Ну, честное благородное слово, завтра непременно отдам. Последний раз. Нет, ждать больше не желаю. Теперь я что хочу, то с тобой и сделаю. Пока весь долг не отдашь. А ну, вноси ранец. Зачем ранец? Знаю, да. И шинель надень. И фуражку с гербом. А ну, покажи ранец. Ничего, места хватит. Надень. Наиграл. А то нет. Теперь будешь на меня работать. Мои ушки таскать. А ну иди за мной. Только не отставай. Черта не осталось.
Ну, пускай его скажет, еще присылает. Тащите, что есть! Наконец-то! А это что за молодой человек? Это Петька Сконатный. Свой, ничего. Кладись сюда, в ранец. Ну, пошли. Не пойдем. Там ходит тот самый черт, который мне ухи крутил. Смотри. Усатый. Шкура. Он меня знает, как облупленного. Ни за что не пропустит. Повезли. Слышь, Петька, понимаешь, они там и сидят, и даром дожидаются. Их там всех перестреляют. Чуешь, что я тебе говорю? Чую. Сможешь пройти один? Не встретишь? Чуешь? Чую. Куда прешь? Не видишь, что ли? Дяденька, пожалуйста, пропустите. Мы живем тут недалеко, в сером доме. Папа очень беспокоится. Наверное, думает, что меня убили. Жаль. Студент. Чего кричишь? Принес? Давай сюда наверх. Туда! Ну что, принес? Принес. Давай, давай. Ну? Все. Нет, еще в ранце. Ну-ка. Молодец, мальчик. Ай, спасибо. А еще гимназист. Чего, Жуков? Да я же вас знаю, вы на пароходе от Усатого убегали. Товарищи, патроны! Thank you.
Кулеша где? Жив? Живой. Патроны еще остались? Есть, брать. А ну, товарищи, лечь по одному. Раненый вперед. Давай. Наконец, голубчик. День рождения. В городе стрельба, папа беспокоится. Болтаешься. А? Ну что ж ты молчишь?
Что с тобой такой, сыночек? Мерехлюндия напала. Но ничего, ничего. Скоро все уладится. Пойдешь в гимназию, нахватаешь двоек. Вот сразу и легче станет на сердце. А? Ах, папа, ты совсем ничего не понимаешь. Ну вот. Дети, смотрите, копилочка открывают. Что это значит? Значит. Папочка, честное благородное слово. Папа, нету денежки. Капетку мы на денежки украли с копилечки. Негодный мальчишка. Сорванец. Я знаю все. Ты играешь в азартные игры? Где эти чушки, душки, как их там? Ушки. Ушки, прекрасно. Где они? Где эта уличная зараза? Эти микробы? Да? Вот они. Огонь! Лету! Чтоб толку их не было! Папочка! Да? Папа! Папочка! Папочка! Пустите! Папа! Только на плиту! Только на плиту! Папочка! Отстань, говорю! Бегайте! Ладно, писатель. Слышь, Петька, хочешь?
к нам в Шаланде? Когда? А сейчас. Я, Мотька и ты. Под парусом. Кататься? Кататься. Хочешь? Спрашиваешь. Ну, давай. Еще трошки. Ничего, поспей. Покажи. Ни лапы не купишь. Это твои? Казенные, с комитета. Слухай, матрос наш сегодня из тюрьмы бежит. Мы его встречать едем. Фу. А как же он через стенку перелезет? Она же высокая. Фу, какая. Да не, стенку Терентий подорвет. Сегодня аккурат как начнется у нашего матроса прогулка. Терентий с той стороны подпалит лети и станет ждать. Тономит. Как? Бабахнет. Что бабахнет? Тономит. Да не тономит, а динамит. Нехай динамит, лишь бы стенки проламывал. Ты слухай меня. Вот на место приедем, ты с Мотькой на берег выйдешь. Как увидите матрос, помахайте мне платочком. Чуете? Чую. Чую. А я в Шаланде ждать буду. Шаланда где? Вон она.